22 декабря на кафедре филологии состоялось традиционное учебно-воспитательное мероприятие «Крисмас», организованное Центром кафедры филологии. Целью данного мероприятия является ознакомление студентов с культурами европейских и азиатских стран, расширение лингвостроведческого кругозора обучающихся. Вообще начиналось это 5 лет назад с маленького мероприятия, которое организовало вдохновитель этого Рождества, Вайнахтон Гульнара Тахкирьевна. Тогда она собрала две маленькие группы в каких-то маленьких аудиториях. Они сидели и пели песни на немецком языке, были конкурсы на немецком языке. Но вот сейчас этот праздник, год от года он расширяется, масштаб у него становится больше. Интерактивные конкурсы и увлекательные задания способствуют формированию устойчивого интереса к изучаемым предметам. Создание творческих номеров предполагает не только закрепление полученных учебных навыков, но и дает возможность популяризации иностранных языков при дальнейшей профориентационной работе. Раньше у нас принимали участие только студенты, сейчас присоединились и преподаватели. И сегодня мы собрались, чтобы еще раз получить удовольствие нам, преподавателям, от своих талантливых и креативных студентов. И вам я тоже желаю, мои дорогие студенты, чтобы вы получили огромное количество эмоций положительных от вашего участия в этом мероприятии. Главное зимнее событие кафедры отличало эмоциональная насыщенность. Мероприятие было наполнено теплом, позитивом, песнями и танцами на английском, немецком, китайском, турецком, туркменском и других языках. В воодушевленной и дружеской атмосфере прошли конкурсы на лучший творческий номер и самую яркую стенгазету. По завершении мероприятия участники были награждены дипломами, памятными призами и благодарственными письмами. Амир Ахтямов, Центр набережной Челнинского института КФУ, Универньюз.